улицы. Да. Так, вы, пожалуйста, девочки, прокатитесь. Раз места мало, Не теряй, не теряй.
Латинского означает жизнь. Наш девиз: я люблю тебя, жизнь. Дайте выбор нам в этот первый раз.
не только там в зале. И подойдите поближе туда. Вот сюда, пожалуйста. Да, поближе. Подойдите поближе. Почему? Мы не видим, что он сгорел. Почему ткань? Видите, какая? Какая была, такая и есть. Извините, пожалуйста. Потому что при взаимодействии эфира с водой возникает горящее пламя, но это не сгорает. Дело в том, что сначала я этот платочек намочила водой, затем намочила его спиртом. Или эфиром. И запах еще не будет. А потом припалила. Дело в том, что эфир, он быстрее.
быстрее сгорает эфир тоже, чем вода. В процессе сгорания эфира или спирта не произошло высыхание платочка, и он мокрый, вот здесь. Понятно. А мокрый платочек у вас горит. Вот у меня чистый лист. Я нагреваю его на спирту. Извините, коллега, а вы с какой
последний элемент состоит из названия двух животных. Повторите еще. Какой химический элемент состоит из названия двух животных? Мышьяк. Мышьяк. Какой Карл утверждает, что он Oh.
подвижный или сангвиник. Я сам как могу все по полкам разложить, ты мне
там много разных зверев. Знаешь, такие большие слонии, такие обезьяны. Но больше всех зверев мне понравилось мороженое. Мороженое? А кто это такое? Ты что, не знаешь, такого зверя на палочке есть, мороженое называется. А вот я дома море делаю. Я все дырки закрыла, а все краники открыла. А оно у тебя синее. Синее. Я туда пачку синьки выпью. А оно соленое. Соленое. Я в доме всю соль собрала и выскладывала. А у тебя кораблики есть? Да. Я маме дома эту приношла, чтобы руки потрывали. А у тебя буря есть? А буря будет, когда мама с работы вернется. Ну ладно, звони, а я пока поиграю. Я... А что ты делаешь? Я плачу. А почему ты плачешь? У меня была крыша. Красиво. Быстро. Я взяла гармонтик и потянула. А мама сказала, что песню нельзя тянуть, ты надо гадить. Я взяла уже губ и погадить. Я сказала, не красиво. Ай, не плачь. Вот у меня сегодня кошка родила много таких котенков. А я, они лежат и не шелохнутся. А я взяла им гвоздик и глазки повыколола. Хочешь, они у меня еще дома лежат. Хочешь, я тебе одному подарю? Ну ладно, я пойду спать. Конфеты.